Короче, если вы еще не в курсе, у меня на канале набралось 200 подписчиков, и в честь этого я сделал конкурс на любой стикер-пак за 9 голосов. И, короче, условия все... Вообще, ссылка на конкурс в описании. Там у меня на стене ВК условия простые. Подписка на YouTube, подписка на Instagram аккаунт и лайк под постом. Все просто, поэтому участвуйте, испытайте, блять, удачу. А теперь погнали к логу. Короче, всем привет, с вами Герасим, это вы уже знаете, наверное, потому что вы на моем канале, как минимум. Надо поговорить, потому что есть о чем говорить, очень много информации. Во-первых, вернемся в предыдущий влог, и тут я ничего не могу сказать, просто спасибо. 50 лайков, почти 300 просмотров, и это все за сутки. Это классно, спасибо огромное. Во-вторых, в начале видео я уже сказал то, что будет конкурс, точнее не будет, а он уже есть. И больше как бы, ну вот, и все, и в принципе, больше такой информации какой-то конфиденциальной, нету скрытой и так далее. Единственное, что могу сказать, тогда это получается, когда это было. В прошлом влоге вы помните, то, что смена тапков, все дела, попал новый тап себе, они сейчас на моих ногах, но, что я могу сказать, уже почти неделя прошла, паленый конвера как бы себя неплохо показывает, но какой-то дискомфорт в левом мне приносит. Там как на середине ступни какая-то перегородка, и это на самом деле не очень классно. Но катать в них на самом деле хорошо, вообще отлично, мне нравится. И вот сейчас я иду катать. На удивление. Да. Нет, не на удивление. Но так все нормально. И типа сейчас на катку приду, попрошу пацанов, пускай поснимаем пару линий. Потому что я наконец-то научился ставить фронтсайд на движении. Но если честно, у меня фронтсайд похож чем-то на поп-джовит. И типа, бля. Кстати, классный мэр. Не, чё, в натуре красиво. Вот, типа, я ставлю фронтсайд, но этот фронтсайд чем-то похож на поп-шовит. И я не знаю, как это выровнять. Может, если меня какой-то скейтер классный посмотрит, он мне подскажет, что делать. Ну, потому что я, например, не знаю, что делать. Вот такая вот тема. Короче, все, увидимся на катке. В общем, приехал я уже на место и что-то сижу, наверное, минут, ну, 10 точно, просто сижу без дела. Как бы погода, я не знаю, типа, вот там небо ясное, да, а вот там оно какое-то не очень хорошее. Я не знаю, будет дождь, не будет. Как бы лучше было, чтобы не было дождя. Ну, лучше было, чтобы было прохладно, а не так жарко. Поэтому хрен. Сейчас думаю... Разомнусь и поснимаю от первого лица. Я давно хотел поснимать для вас от первого лица что-нибудь, но не знал о чем. А сейчас что-то подумал, можно же скейтинг поснимать. Да? Вы не представляете, как это тяжело кататься на хреновом скейте. И самое интересное, что денег нету на новый.
Короче, планы резко поменялись. Сейчас я, короче, посмотрю автобус, езжу домой. Бля, только что ж был. В общем, посмотрю автобус, езжу домой, поменяю колесо и вернусь обратно. Как меня это все заебало. Пи***а, сделал на месте, Оля. Еще раз. Представь, что я не снимаю. Давай еще раз. Хорош. Отлично. А вот это было плохо. Даже не делаю. А? Не делаю. Попытка на флип. Вот. Что, Оля высокая? Слышишь? Грась. Высокая Оли. Оли! Высокая! Понял? Ебать! Это пизже, чем у меня. Не. Не. Вот там было охуеннейше. Я, кстати, забыл сказать, что планы-то изменились. Когда я говорил, что я еще домой поеду, перекручусь. Нет, я решил добить полностью уже. Я решил остаться, докатать уже. Ну, вы видели, как я убрался еще классно. Вот, и, короче, первое время будем выживать с таким говном, а там что-нибудь придумаем. Возьму у матери, короче, телефон незаметно. Кину себе на Алик, бычей 20, докуплю запчасти. Тяжело, пацаны, я устал. Я надеюсь, что вы за мои старания мне... Налайкайте видос, как прошлый. Потому что на прошлом это вообще это... Я не знаю, это ненормально, это... Но это классно, мне нравится. Посмотрим на Тему. Давай для них что-нибудь прям... Чтоб пушечное вышло. Там, где люди падают, то пиздато. А теперь рассказывай. Короче, покажи сначала последствия. Один. Два. Брат скейтер, тебе рассказывай, как это случилось, как ты убрался. Я, короче, ехал, спешил в складу. И, короче, появляется у меня на пути камень. Нет, большой. И чувствую, что со всей скорости еду. Падаю на него, падаю вперед.
получается, руки вперед, потом делаю перекат боком и встаю. И это последствия? Да. Вот так вот, поэтому все скейтеры убираются, если это... Мы от этого не застрахованы. Показать правда? Локоть. А что с локтем у тебя? Ну-ка, снимаем. Это тоже к Тёме как-то на днях убрался. Все нормально, пацаны. У меня вообще, по-моему, колено выбилось после падения. Хорошо, давай, последние два. Последние два на видос. А можешь в конце зафлексить вот это? Так, 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 так. Вот, да. После 50-го. 49. Е-е-е. Давай еще раз. Я вырежу первый раз. Хорошо. Тём, дай попробовать. Тёма, дай попробовать. Пиздец, ты попробовал. Давай! А? Да. Он же... Это только скейтерам. Я нарыгаю. Я буду кататься. А я не дам. Она тоже скейтер, накататься умеет, брат. Да? Как вам мой флекс? Иди встань на скейт, прокатись пошли, хотя бы пошли, 10 метров. Сейчас. А я стану популярной. Наверное. Мама, папа, привет, бабушка, кот, кот, привет. Ну и собака. А, ну и собака. Диана, привет, привет. Привет. Мой. Я покатаю. Передаю. Ну стой. Передаю привет Диане. Эти странные мысли в больной голове, они плотно зависли. Демонический шепот вылезать на курок. Кликлак и свинец снова сверлит висок. Нахуй закон, ведь я с ним не знаком. Моя пуля наносит фатальный урон. Как солшутер с экрана хоррора. Словно пиваясь их болью, ласкаясь в стон. Я бегу от врачей, они лезут мне в душу. Вижу в них палачей, дьявол рвется наружу. 44-й, ты знаешь, калибр видения мертвых не оставит мне выбор. Смываю про закон, мешает мне думать. Долбоёб, что ли? Кто, бля, так балансирует скейт? Дебил, зажми ты нахуй, блядь, эту хуйню, она не должна болтаться. Для чего резинки нахуй предназначены? Ты мне объясни. Для чего? Для того, чтобы когда ты зажал, чтобы они тебя крутили, блядь. А, все понял, брат, понял. Зажму сегодня. Научи, молодёжь. Я ж не могу, бля, прокатиться, потому что, бля, пизда, на. 50, давай. Да ну нахуй, ты чё ёбнешься, блядь, на таком говне, нахуй, ты ж, блядь, тихо, блядь. Расскажи, что случилось, расскажи. Пацаны, надо просто меня отчать. Подожди, подожди. А теперь рассказывай. Ссылочка на меня есть в описании. Ну это понятно ещё. Погнали, дай мне скейт. Короче. И мы такие, Герасим, он там вот, да? Вот там, возле красного забора такой. Герасим, давай, типа, погнали, типа, на, кто на скорость вот этой красной херни? Кто быстрее, типа, да? Я такой, ну, погнали, давай, раз, два, три. А я-то просекаю то, что у меня вот эта фигня, вот. Просто болт отошел. Вот. Да? Короче, просекаю это. Но я уже летел на скорости. Герасим меня чуть-чуть обгонял. Это вот эта гнида, повернись сюда. Вот эта вот гнида. Короче, вот эта гнида меня просто начала обгонять. Сними еще моего оператора. Это мой личный оператор. Уже второй. Да.
первый, короче, поехал в санак. Короче, мы тупо разгоняемся. Он меня перегоняет, ну, может, на шага два. Я начинаю тупо лететь. И я понимаю, что тупо скейт начинает так вот трястись. Я просто падаю. Делаю сальтуху как-то, перелетаю пластом, переворачиваюсь и тупо падаю. Покажи свои раны. Чуть-чуть тут подёр. Покажи, где подёр. Ой, бля, тут красный еще. Тут подёр. О, нормально. Так что подписывайтесь на меня, дебила. Я хотел руку поднять, но не могу, 500. Короче, чувачки, мы ебать какое пи***тое место нашли для катания. Тут столько места. Там даже споты есть небольшие. Вон, спот раз, спот два. И вот столько места. И тут есть где кататься, и никто друг другу не мешает. Еще есть сейчас. Вот еще наклон. Ой. Где? Во, спина вся красная, нормально. Эй, где мой оператор? Сними хоть мне, чтобы на канал у меня. Короче, треш контент. А, еще у Тёмы нормально там. Короче, моя же проблема на скейте случилась. Помните, я жаловался, что у меня всегда люфтит и подшипники вылетают. А ты какой из них? А, вот подшипник, вот вылетел, посмотрите. Вот. Вот так вот катаем. Хотят меня видеть убитым, зарытым в своем же песке. Все их атаки задушены были мгновенно в моей безупречной броне. Я не нуждаюсь в любви или дружбе, ведь вы не способны играть наравне. Красив, но настолько бездушенный, вечно запачкан в крови этих сучих парней. Мои сюрикены лишали их сучек невинности так много дней. Я не верю шалавам, меня не обманешь и нахуй всех этих бледей. Начавший войну против меня безжалостно будет убит в тот же миг. Я думал, меня кто-то любит, но тот человек от моей же руки погиб. Я чувствую боль где-то в груди, и мои раны сердца не залечить. Ранзи на лбу означает любовь, но скажи, почему не могу я любить? Я чувствую боль где-то в груди, и мои раны сердца не залечить. Блядь, брат. Давай еще раз. Трек поставим. Как тебе, Тёма? Не, он приземлит. Он приземлит. Да. Так возьми за баллы. Я ему за баллы не свалю. Вот последствия гэпов. Ей 6 часов в сутки, убийственный порки, шибари, белая кожа. Ее боль наслаждение в разы приумножит. Разом зиму, шесть дней на неделе. Не постигнуть уму, слой кристаллов на теле. Шестую минуту заглядывал внутрь своей головы. Там один перламутр сияет в чертогах, отравленный ним. Я в кислых оковах смотрю новый три. Моя книга лишь только шестые страницы. Собрал этот мир из греха по крупице. Мои найки на блоке летают как птицы. Сожгу новый спив, стирая границы. Каждый чертов день, трибл, сикс на семь. Трибл, сикс на семь. Каждый чертов день, трибл, сикс на семь. Займы в семь, сверну, трибл, сикс на семь. Трибл, сикс на семь. Трибл, сикс на семь. Ее хватит.
так много дел, эй, в багажнике так много тел, эй, их некуда спрятать, с лопатами в слякоть топлю в кислоте, эй, черная маска при мне, и я в черном огне, тут чертов ублюдок извне, что пишут никчемные треки, тут конченый блэкер, почувствуй мой гнев, эй, преисподня во льду, я лорд of doom, мой трон в аду, я давно...